Это все свои, все свои, все свои. Всем привет! Меня зовут Никита, и я управляющий баром Red Hat. И сегодня я расскажу вам три факта про нас. Первое. У нас есть живая музыка каждые выходные. Второе. У нас безумно вкусная еда. И третье. У меня есть подтверждение моих слов. Мы выиграли 5-й республиканский гастрофест. Следите за нами в Инстаграме, приходите к нам на Интернациональную 25А. Всех ждем! Всем привет! Это программа «Все свои лайв» на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь, где мы знакомим вас с творчеством молодых белорусских артистов. С вами Василиса и Александра, партнер сегодняшнего выпуска, победитель 5-го республиканского гастрофеста «Бар Red Hat», улица Интернациональная, 25А. И сегодня у нас в гостях певица Юла. Привет всем! Меня зовут Юла, и сегодня я познакомлю вас со своим творчеством. Дела в себя, верила в этом возрасте, все ведут так, как я. А сонные глаза точно портили вид радостной, милой девчонки, без всяких обид. Новый день, новая боль, мысли мерцают, как звезды. Мне все равно, кто с тобой, в наше место приходит. Я танцую всю боль, и на рассвете лилом сяду в чужое авто, пою, ведь уже не вывозит черное такси. Нашу программу песни «Черное такси». Расскажи ее предысторию. «Черное такси». Данные строчки этой песни появились у меня как раз-таки, когда ехала я с клуба домой в такси. Оно как раз было черного цвета. Я была сильно расстроена, потому что мальчик ранил мое сердце. Ну и, в общем, я открыла телефон, написала в заметках две строчки, а потом уже через время вернулась обратно к этим двумя строчкам и уже написала целую песню. С какой песни ты начала свою музыкальную карьеру? Свою музыкальную карьеру я начала вообще с дуэтной песни. Мой друг решил записать песню и позвал меня спеть буквально там 4 строчки. Так что, в принципе, я могу сказать, что моя музыкальная карьера началась именно с этой песни. Эта песня называлась «Метеорит». И, соответственно, потом уже я решила удариться полноценно в сольное творчество. И первая сольная песня — это была «Виновата Вата». Расскажи, в каком музыкальном жанре ты работаешь? Пока, наверное, это скорее больше поп-треки. Также присутствуют рэп-композиции. Ну и в скором времени буду радовать своих фанатов рок-композициями. Расскажи о треке, который сейчас прозвучит. Кем или чем он вдохновлен? «Все так же одна». Данный трек, он вдохновлен моей жизнью. Так случилось, что долгое время я была одна.
в моей жизни была только неразделенная любовь, поэтому эта песня о том промежутке времени, когда я была все так же одна. Но повелась, твое имя сейчас наглая тень достает меня не только в сумерках, но и в день. Я была бы для тебя всем-всем-всем, а ты разбил мое сердце, зачем? А я все так же одна, сумочи шандаль, и этот город такой же, как и я. Ведь в спину все, что помогало сдвинуться с мысли, что тебя тут не хватало. А я все так же одна. Знала, там будет опасно, но сама себе назло хотела доказать ту теорему, что любовь не выбирает одну ту же схему, но ты не проблему, она помогает верно выбрать. И ты такой холодный, час бы рядом и простыла, но я остыл удачно по тебе пути. Я не даю второго шанса, ты парень, жди. А я все так же одна, самая тишина, и этот город такой же, как и я. Ветер в спину, все, что помогало сдвинуться с мысли, что тебя тут не хватало. А я все так же одна, сумная тишина, и этот город такой же, как и я. Ветер в спину, все, что помогало сдвинуться с мысли, что тебя тут не хватало. Юлиана, расскажи, ты сама пишешь тексты к своим песням? Да, я пишу полностью свои треки сама. Расскажи, какими песнями ты гордишься? Это, наверное, песня «Бронирую ночь», потому что она покорила сердца многих. Это довольно-таки хитовая песня, потому что, когда я только ее записала, мои друзья невольно напевали эти строчки, и я понимала, что если друзья напевают, то это уже чем-то значит, потому что все-таки близкие и родственники, они не так оценивают, как люди со стороны. Все-таки, ну это ж твоя песня, да, классная. Расскажи, как ты оцениваешь то, чего достигла на данный момент как артист? Мне кажется, нет предела совершенства, поэтому у меня еще все впереди. Но то, где я нахожусь сейчас, мне кажется, я этим полностью удовлетворена. Как ты представляешь людей, для которых поешь? Как ты можешь это писать? Я всегда думала, что это люди примерно моего возраста, чуть младше, но, как показала статистика во всех соцсетях, это люди в районе 25-35 лет. Как ты думаешь, какие черты характера необходимы человеку, который занимается музыкой на таком профессиональном уровне? Главное качество, наверное, целеустремленность. Ну, а второе, это, наверное, очень верить в себя. Потому что вера в себя — это то, что помогает двигаться вперед, несмотря ни на что. Совсем недавно у тебя вышла новая песня. Пару слов о ней. «Тело хотело танцев» — это очередная история из моей жизни. Где-то по пути в клуб кричи, забирайте. Не сохранила режим до дружи, поэтому ты так нужен. Но кто бы раньше сказал.
хотела дать тупой поцелуев и тебя увидеть вот бы на минуту. Но подруги Тани понимали всю жесть, поэтому я не с тобой, а здесь, я дома здесь. На сегодняшний момент самое важное в жизни? Самое важное в жизни для меня сейчас — это самореализоваться именно в творчестве, потому что это то, чем я дышу и живу. С кем бы ты хотела записать дуэт? Наверное, с Егором Кридом. Ничего потому что себе. Я обожаю его вообще творчество, и каждый трек, он просто в самое сердце. Юлиана, чего ждать твоим поклонникам в ближайшее время? В ближайшее время ждать, наверное, новые треки в стиле рок, как я говорила уже ранее. И, наверное, мы будем пытаться пробовать себя еще в новых жанрах, потому что все-таки жанровых именно рамок у меня нет. Что в твоем плейлисте на данный момент на первом месте? На первом месте у меня сейчас, наверное, стоит трек Егора Крида «Время не пришло». А за какой трек в твоем плейлисте тебе стыдно? Лично мне, наверное, не стыдно ни за какой трек, потому что у меня все треки хорошие. Юлиана, спасибо тебе за классное выступление. Желаем тебе творческих успехов. Спасибо большое. И вам также хочу сказать спасибо за приглашение. Было очень приятно здесь находиться сегодня. Сегодня у нас в гостях была певица Июла, партнер программы, победитель 5-го республиканского гастрофеста «Бар Red Hat», улица Интернациональная, 25А. Здесь нет чужих, здесь все свои. Пока-пока! Все свои! Пока-пока.